Так, это у нас 1 сентября 2021 год, Харьков, 20.02 по Киеву, Харькове. Максимальная ISO 6400, и посмотрим мы сейчас на Юпитер и на Сатурн. Вот они, насколько разнесены. Справа, чуть выше, это Сатурн, слева яркий внизу, в левом углу. Это Юпитер. Вот они, буквально краешков. Кадра касается нашей красавцы. До Юпитера справа 603 миллиона километров, до Сатурна слева 1 миллиард 356 миллионов километров. В красном углу ринга боксер в синих трусах. Что-то мне это напомнило. Так. Конечно, изображение при таких настройках светочувствительности пластилиновое, но зато разве не красота посмотреть Юпитер, Сатурн на фоне тополей. Ну как активно вверх карабкается. Ну, бег. Сейчас найдем. Вот так. Давай сейчас по диагонали экрана пройдется. Понаблюдаем вращение Земли. Великолепно. Так. Пошли посмотрим на Юпитер и его 4 галилеевых спутничка. Пока он за тополя у нас не спрятался. Тоже, наверное, оставлю камеру так и дам возможность Юпитеру самому вползать в кадр. Так, первый спутник — это у нас идет Ганимед, крупнейший спутник Солнечной системы. Потом идет Каллиста, потом идет Ио, потом непосредственно Юпитер. И завершает наше шествие. Сейчас появится Европа, стесняшка. Где-то слева в кадре должна. Сейчас. Вот она. Не обманула наши ожидания. Уменьшаю выдержку. Мало ли, может, и экваториальные полосы увидим. Ну, это действительно как в пластилиновом мультике. Можно рассмотреть там эти экваториальные полосы.
выдержку увеличиваю. Экваториальных полос на виде у меня спутников 2.07 по Киеву в Харькове. 1 сентября 2021 год. Да, ну расстояние с каждым днем между Сатурном и Юпитером увеличивается. Конечно, эпичное было зрелище, когда в декабре 2020 года, почти год назад, они были совсем рядом, впервые так близко за 800 лет сошлись, Юпитер с Сатурном на небосводе. И при максимальном увеличении у меня в одном кадре помещались и 4 галилеевых спутника с Юпитером, и рядышком в 8 угловых минутах Сатурн с кольцами. Это было прекрасно. К сожалению, такое зрелище больше не повторится. Только на видеозапись. Можно посмотреть. Так, 20.08 по Киеву в Харькове. 20.09. 1 сентября 2021 год.